В Зауралье увеличилось финансирование выплат для многодетных малоимущих семей. Соответствующее дополнительное соглашение с Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации утвердили на заседании правительства области. Ежемесячная выплата малоимущим семьям, имеющим более двух детей, достигла 9623 рубля. Сейчас она соответствует прожиточному минимуму на ребенка, установленному в Курганской области. Увеличение размера ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей привело и к увеличению суммы софинансирования из федерального бюджета на 2,5 миллиона рублей. По данным Главного управления социальной защиты населения области, за 10 месяцев этого года эту меру господдержки получили более 5,5 тысяч зауральских семей.